Всем привет! Вы на канале Pixel Engineer. В этом видео я покажу, как можно очень просто по клеточкам нарисовать кубок из игры Brawl Stars. Для рисунка берем черный фломастер, желтый и оранжевый. Сначала берем черный фломастер и рисуем контур. В нижней части рисунка, это нижний край рисунка, посередине нужно закрасить 11 клеточек по горизонтали. Отмечаем 11 клеточек. Обводим и закрашиваем. Одну клеточку наверх здесь закрашиваем. Идем по диагонали вверх-вправо, закрашиваем две клеточки по вертикали. Идем влево по диагонали, закрашиваем две клеточки по горизонтали. Еще идем по диагонали вверх-влево, две клеточки по горизонтали закрашиваем. Одну клеточку закрашиваем по диагонали. Идем вверх по диагонали влево, закрашиваем 5 клеточек вверх. Теперь поворачиваем вправо, закрашиваем 2 клеточки по горизонтали. Еще идем по диагонали вверх-вправо, 2 клеточки по горизонтали закрашиваем. Одну клеточку вверх. Идем еще по диагонали, закрашиваем 2 клеточки по горизонтали вправо, одну клеточку вверх. Теперь идем по диагонали вверх-влево, 2 клеточки закрашиваем вверх по вертикали, поворачиваем вправо, 2 клеточки по горизонтали закрашиваем, одну клеточку по диагонали вниз вправо закрашиваем. Одну клеточку по диагонали вверх вправо закрашиваем. Еще одну клеточку по диагонали вверх вправо. Теперь идем вниз вправо по диагонали, закрашиваем два раза по одной клеточке. Идем вправо по диагонали вверх, три клеточки по горизонтали вправо закрашиваем. Повторяем такой же контур с правой стороны. Теперь одну клеточку вниз закрашиваем здесь. Идем по диагонали влево-вниз. Две клеточки закрашиваем по вертикали. Одну клеточку вправо. Идем по диагонали вправо-вниз. Закрашиваем две клеточки по вертикали. Одну клеточку вправо. Идем по диагонали. Закрашиваем две клеточки вправо по горизонтали. Идем по диагонали вниз вправо, закрашиваем 5 клеточек вниз. Теперь поворачиваем влево по диагонали, одну клеточку закрашиваем. Идем еще по диагонали влево, 2 клеточки по горизонтали закрашиваем. Еще идем по диагонали вниз влево, еще 2 клеточки закрашиваем по горизонтали. Теперь идем по диагонали вниз, влево, закрашиваем 2 клеточки по вертикали. И вот здесь одну клеточку закрасим. Теперь от вот этой клеточки перепрыгиваем 2 клеточки вправо, не касаясь бумаги. Раз, два, на третьей остановились и закрашиваем 4 клеточки по вертикали вверх. И здесь посерединке 2 клеточки закрасим по вертикали. Теперь от вот этой клеточки перепрыгиваем 2 клеточки вправо. Здесь остановились. Идем вниз, отмечаем 4 клеточки. Еще правее 4 клеточки. Закрашиваем вот такой большой прямоугольник. 4 клеточки в высоту, 2 клеточки в ширину. Теперь здесь слева посерединке 2 клеточки закрашиваем по вертикали. И справа 2 клеточки по вертикали тоже закрасим. А от вот этой клеточки перепрыгиваем 2 клеточки вправо, на третьей останавливаемся, перейдем вниз и 2 клеточки вот здесь по вертикали закрасим. И теперь повторяем с другой стороны. От вот этой клеточки перепрыгиваем влево 2 клеточки, на третьей останавливаемся. Раз, два, три. И закрашиваем 4 клеточки вот здесь по вертикали. Теперь
Теперь вот здесь посерединке две клеточки. От этой клеточки перепрыгиваем две клеточки влево. Раз, два, на третьей остановились. Идем вниз, 4 клетки отметим. И левее 4 клеточки отмечаем. Закрашиваем прямоугольник. 8 клеток. Высоту 4 клеточки, ширину 2. Теперь левее с этой стороны 2 клеточки закрасим по вертикали. И правее с этой стороны 2 клеточки закрасим по вертикали. И черный фломастер больше не нужен. Теперь берем оранжевый фломастер. Сначала закрасим вот эту полоску. Здесь 7 клеточек. Теперь вот здесь одну клетку закрасим. Вот здесь 2. И теперь ведем контур. Вот так. И закрашиваем вот эти клеточки оранжевым. И вот здесь одну клеточку оранжевым. С другой стороны будет по-другому немножко. Сначала проведем контур вот здесь. 2 клеточки влево, 2 клеточки вверх. Закрасим вот эту часть оранжевым. Одну клеточку здесь закрасим. 2 клеточки здесь. Одну клетку здесь. Здесь 2 клеточки. Теперь ведем контур здесь. Вот эти клетки закрашиваем оранжевым. Теперь берем желтый фломастер. Нужно закрасить почти все клеточки желтым. Обведу здесь клеточки, которые будут белые. Вот здесь вот одну клеточку желтым закрашу и веду контур. Здесь вниз клетка, вправо 2 клетки, вверх клетка, вправо клеточка, вверх клеточка и влево 2 клеточки. То есть вот эти 4 клеточки остаются белые. Все остальные клеточки внутри контура закрашиваем желтым. И вот такой простой рисунок по клеточкам. Кубок из игры Бравл Старс у меня получился. Кому понравился рисунок, моя идея, видео, не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Всем пока и до новых встреч на моем канале Pixelenger.